Знаете, если честно, то нет никакой книги имен. Я ее, конечно же, не писала. Но если бы я действительно ее написала, то в ней не было бы этих имен, больших, известных. Потому что моя книга была бы не о них. Она была бы о вас. Потому что, глядя на вас, я учусь жить в мире людей. И глядя на вас, я узнаю, как много всего интересного и волшебного скрыто в человеке. Смелость, доброта, верность своим идеалам, любовь, которая сильнее смерти. Глядя на вас, я узнаю, что все это значит. И если, слушая нас в наших песнях или в наших историях, вы видите что-то хорошее, то знайте, что мы просто зеркало. А на самом деле вы хорошие люди. И если бы эта книга правды была бы написана, она была бы такой, потому что все, что мы делаем, это о вас и потому что вы такие. И только одно я бы добавила от себя. Не жалейте никогда и ни о чем, потому что у нас только одна жизнь, так говорят. И самое нелепое – это потратить ее на сожаление. Поэтому бросайте в омут, бросайтесь и знайте, что это ваш омут. Влюбляясь, любите как последний раз. Вставая перед выбором, обязательно его делайте. И постоянно слушайте. Слушайте своего сердца. Ведь на самом деле ни я, ни мама, ни даже Совет Федерации не знает, на что вам лучше потратить эти короткие минуты, дни и годы жизни. Живите такими, какие вы есть. Смелыми, добрыми и светлыми. А мы будем за вами присматривать и писать книгу. Книгу ваших имен. Пока я сижу и гуляю.